сцена будет наполнена самыми талантливыми, перспективными и уже всем знающим актерами, которых с кем и, собственно, работал сегодняшний наш режиссер Носир Саидов. И решил он создать именно с этой труппой актеров свою новую картину под названием «Учитель». Ваши аплодисменты. همه شما را خوش آمدید میگویم به این تالار برهوا به نخست نمایش فیلم ناصر سعیدوف معلم. Нужно отметить, что картина Носира Саидова стала уже международной, так как именно в этой картине, в съемках специально для фильма «Учитель» была приглашена востребованная, одна из востребованных актрис Ирана Махнози Афшор. Авиценна. Композитор Далер Назаров. Расум Таягар, Мехриддин Абу Саид. Амир. Искандар Ибрагимов и Либоздор. Режиссер-постановщик Носир Саидов. Желаю прекрасного просмотра, чтобы долго нам не говорить и быстрее начинать показ фильма. Потому что мы точно так же, как вся фильмовая группа, переживаем сейчас. Всего доброго. Спасибо большое. Пожаку. درباره تابستون پنج باره درباره تابستون